9 января 2022 года, завтра на работу. Каникулы закончились. Я надеюсь, что вы хорошо отдохнули, что вы набрали сил, и вы хорошо себя чувствуете и в хорошем настроении. Я насобирала, я на самом деле не хотела что-то записывать, по большому счету. Я просто собирала какие-то моментики, которые, как мне казалось, были интересные вот в этот период. И оно сложилось как-то во вложек, поэтому я вот записываю вот такую вступительную часть и подключусь к вам потом в конце, покажу свою текущую работу, что у меня продвинулось, что не продвинулось. И, наверное, вот эта история с моментом, она такая самая интересная и, ну, для меня в первую очередь, и самая такая правдоподобная. Не заподозришь, да, что это что-то наигранное или придуманное. Это действительно вот то, что происходит в жизни, пусть даже это какая-то вот маленькая совершенно радость. Поэтому вот такой вот вложек у меня записался, он вот реально ни о чем, просто набор каких-то записей. Я хочу на этот год постараться записывать такие влоги, связанные со мной, каждую неделю. Мне нравится самой их пересматривать, я не буду это лукавить. Мне нравится смотреть, как растут мои работы. Я по этим влогам потом, если что-то не записала, могу восстановить, когда я что-то делала, когда я что-то начинала. И, ну, не знаю, мне действительно этот формат очень нравится. Я не уверена, что у меня получится это все выполнить, потому что начинается второй семестр моей учебы. Мне немножко страшновато. Я первый-то еле сдала, вернее, я даже некоторые предметы там до сих пор не закрыла. Вот сейчас буду закрывать. Декабрь – самый насыщенный месяц в году у меня, и мне сложно было все это вывести. И я тут, знаете, уже просто включила рационального своего внутреннего человека, и он мне сказал: давай, ну, по важности. И вот все, что я успела важного, не то, что важного, а вот, ну, по работе, там, по дому, вот мы это все сделали, остальное сейчас будем догонять. Но это не важно, это я все там догоню и сдам, и я даже не сомневаюсь, просто предметы все сложнее и сложнее. Если мы раньше только рисовали, сейчас мы уже больше моделируем, конструируем, надо уже придумывать свои какие-то вещи в финальном. Такой дипломной работы, будет дипломная работа, это же не просто так, не курсы. Это такое серьезное обучение, и будет дипломная работа, мне надо сшить, придумать, сконструировать и сшить, ну или нанять кого-то, чтобы шили, но я хочу сама. Три полноценных комплекта изделия, представляете, три. И все это надо будет делать май-июнь. Да, там огород, сад и вообще весна, лето, и непонятно что. В общем, я, конечно, этого побаиваюсь. Подготовиться заранее к этому тяжело, потому что еще не все курсы, я имею в виду учебные, пройдены. И, конечно, это страшновато. Не хочется при таких затратах эмоциональных и материальных, и физических как-то вот что-то не то сделать, что-то не успеть или как-то саму себя подвести. В то же время я говорю, что знания мои останутся со мной, даже если у меня будет совсем простенький дипломчик, юбочка, там какая-то простая блузочка, ничего страшного, никто меня там не съест. Мне главное вот доучиться и как-то выйти с честью из этого положения. Но все равно, понимаете, внутренний перфекционизм, ой, боже, внутренний перфекционист, как его не дави, не души, он все равно немножечко иногда проявляется. Друзья, мы сидим с вами в моем уголочке. Мне очень нравится картинка. Я по ходу пьесы кое-что тут поснимала. Я сняла сюжет про него. Я просто тут навела порядок, немножечко перестановку. Сейчас, если будет возможность, буду тут иногда в нем снимать. Мне правда очень нравится картинка. Давайте перейдем от болтовни к делу. Прежде чем как подключиться к этим сюжетикам, я хочу вам показать свои продвижения. Я здесь собрала все, что мне надо для процесса.
И на самом деле небольшие продвижения, действительно, каникулы, такие они были больше каникулами. Я почти довязала первую варежку, основная деталь вот готова. Я закончила манжет, связала, убрала бурный край, связала манжет с обратной стороны, его немножечко тут прикитлевала, китлевочка видна. И получился у меня, я специально так делала, такой вот манжет, как будто кончик макнули в красную краску. Выглядит все это очень здорово, варежечки тепленькие такие, ну вот когда их меряешь, надо закончить пальчик. Вот такая красотища. Не вязала дальше, потому что, знаете, как-то решила повышивать, пока есть возможность. Выйдет после этого видео в течение там пары дней ролик про вышивку. Я вам покажу свои продвижения, небольшие приобретения. И мы просто поговорим про вышивку. Локушка пишу. Поговорим про вышивку. А вязание никуда оно не уйдет. Вот немножко надо все-таки отдыхать даже от любимого дела. Вы знаете, настолько, видимо, вот эти выходные нужны были как выходные, что я когда в начале января после праздников взяла средства за вязание, думаю, я сейчас это сниму, это довяжу, это там перевяжу. Мне стало почему-то до такой степени неприятно этим заниматься, как будто я через силу это делаю, как будто я вот на работу 1 января пошла. И я просто дала себе, вот чтобы не наделать делов, да, чтобы не перегореть, я дала себе отдых. И эти каникулы у меня были посвящены фактически ничего не деланию. Ничего не деланию, иногда приборки. И, в общем, вот результат пока вот такой. Дальше будем продвигаться. Вам все, конечно, буду показывать. Не совсем вот я довольна вот этими местами, где длинные секции. Вроде бы я стараюсь не допускать больших протяжек. Здесь вот максимум 4, по-моему, петли у меня протяжка. И, естественно, когда я вяжу, я подхватываю ниточку, и кажется, что я очень свободно это делаю, но все равно здесь вот как будто стянуто, не знаю, мне прямо вот это не нравится. Понятно, что я не буду перевязывать, да, мой хороший? Вот сюда что-то, где ниточка из носа, наелся уже. Я не буду это все перевязывать, и вроде бы с обратной стороны это даже не выглядит так, как будто что-то перетянуто. Вот, выглядит вполне себе нормально. Ну, вот что-то вот надо, короче, я поняла так, надо набивать руки. Сидеть и вязать вот этот вот жаккард, пока не будет получаться с закрытыми глазами. Друзья, ну все, переходим с вами к сюжетам. Вложек будет небольшой. Встретимся в конце. Друзья, обещала вам показать книги, которые заказала дочери в подарок. Показываю. Первая книга вот эта вот, Стюарт Тёртон, название вы видите, я боюсь, что меня могут услышать, я эту книгу уже читала, и попросила в библиотеку, я сейчас ее читаю, не сказать, что мне очень сильно нравилось, но тем не менее, здесь даже какая-то карта есть, это же не мне подарок, это ей подарок, поэтому я ее заказала. И сейчас еще летит к нам вторая книга этого же автора, еще не читанная. И я надеюсь, что ей тоже очень понравится. А вот эту вот книгу я заказала на свой страх и риск. Это книга о семье, о судьбах. И вообще она очень красивая, сама книга. Посмотрите, какой красивый рисунок на обложке. И в твердом варианте, когда обложка твердая, вот этот рисунок, он повторяется на вот этом срезе. Она потрясающе красивая, эта книга, но сейчас ее уже нигде не найти. И я увидела на Лабиринте, что
есть предзаказ, можно предзаказать. Я ее заказала, но пришла она с мягкой обложкой. Хотя обложка очень хорошего качества. И здесь вот эти вот стрижики, которые мне очень нравятся. Ну, нет, только на срезе красивого очень вот этого голландского рисунка. Ничего страшного. Ничего страшного. Содержание от этого хуже не станет. Возвращать я, отменять ничего не буду. В общем, вот эти две книги плюс третья идет. И еще я заказала вот такой набор мерча у девчонок на канале Tuk Girls. Тут есть пара открыточек. Сейчас я открывать не буду, мы потом с вами попросим, нам дадут посмотреть. И здесь есть вот на одной из открыток трекер чтения. Можно отмечать, сколько страничек в день прочитано. Это всегда, ну, кому нравится, это всегда интересно. Вот. Купила сегодня в Икее немножко упаковочной бумаги, упаковочный жгут, и сейчас буду все это дело запечатывать. Друзья, я так довольна оформлением подарков в этом году. Посмотрите, какая прелесть. Это набор бумаги от Икеи, и вот такая вот бечевочка. И мне кажется, тут не только на Новый год можно использовать. Вообще так классно. Полосочка, горошек и вот такая вот немножечко сказочки. Вот, вообще довольна. Красота. Друзья, я хочу поделиться с вами одной находкой. Мне подарили в этом году пастилу. Я вообще, честно говоря, не то чтобы никогда не покупала, а даже не пробовала раньше. Ничего такого, но вот это вот просто восхитительная штука. Выглядит она вот так. Извините, мне тут не грызи стол. Выглядит она вот таким вот образом. Это по консистенции, как будто, знаете, медовик. Но очень приятный кисленький вкус. Чувствуется фруктовая составляющая. Но на самом деле для подарка прекрасна вот такая вот идея. Надо узнать, где можно купить. Я бы вот с удовольствием в подарки бы добавляла такую пастилу. Очень вкусно. Друзья, кто просил логушку? Вот он у нас. Вот шумело за кадром вот это. Да, Лока чистит зубки. Да, мой хороший, да. Да. Лока. Тебя потеряли. Друзья, немножечко вечерних съемок. Хочу показать вам. Навела порядок типа в своем рукодельном уголке. Ну, типа это потому, что я здесь не рукодельничаю. Здесь просто кое-что у меня собрано стоит. В книгах еще пока не совсем порядок. Но вот эту коробочку я выделила себе под учебные дела и складываю туда все свои конспекты, образцы там и так далее. И вот у меня уже стали появляться лекала. Скоро придут лекала настоящие, такие профессиональные, вам покажу. Там ничего такого, но они лучше, чем то, что продается в магазине. Ну и вот сделала себе немножечко выставку своих же работ. Здесь у меня черно-белые сэмплерочки. А здесь вот стала моя праженка. Пока ничего не повесили, потому что у нас выходные сверлить нельзя. А в будни мы на работе. Да, вот так вот. Не можем мы найти время, чтобы повесить картину. Но они мне все, как вы видите, в хорошем состоянии. Чистенькие. Стоят на самом видном месте. Здесь у меня компьютер. Я думаю, что вот эту вот Карлову Вару Танюшкину мы повесим. Карлову Вару мы повесим куда-нибудь вот сюда. Как раз цвет отлично подходит, но жизнь покажет. В общем, вот для меня эти каникулы, какая-то приборочная деятельность напала. А шкаф, не смотрите, что он задвинут. Тут на самом деле у меня лежат документы, которыми я пользуюсь редко, я их могу спокойно достать. И книги, и журналы я тоже туда имею доступ. Вот такой вот у меня уголочек получился. Вот, значит, тут у меня ничего нового. Вот эти наборчики надо разобрать на
мулинешечки. Это прялочка. Прялочку прям мечтаю повышивать. Ну и тут вот у меня ниточки, 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 ниточки. Пока без прялок. И здесь тоже ниточки и всякие вот цацки. Вот. На самом деле тут у меня еще вензеля. Но пока их не видно. Пока я любуюсь на прялочку. Неожиданно очень все сложилось в образ, как будто кто-то его, ну вот я имею в виду столик и комод, и черно-белое, все как будто кто-то подбирал специально. Вот эту клаву я достала, кстати, она очень хорошенькая. Я завела себе приложение на телефон для планирования, Good Notes называется. Подключаю по Bluetooth клавиатуру и веду там рукодельный дневничок, покажу вам его обязательно, может кому-то понравится для других целей. И, в общем, она у нас давно уже лежит, она такая хорошенькая, просто я не пользовалась, сейчас вот пользуюсь. И на самом деле мечтаю поменять диван на кровать, и к лету, наверное, мы все-таки это сделаем, и потому что это помещение у нас уже в чистом виде спальня, то есть мы тут не собираемся гостями, это наша с мужем комната для отдыха и сна. Появился у нас вот такой монстр. Он действительно монстр, видите? Даже на тумбу не влазит. Предыдущий телевизор влазил на тумбу от края до края, если что. В общем, вот страшнее, вернее, больше у него только батарея, но никуда не денешься. Батарея — это хорошо. Вот, смотрите, что у нас творится. Привет, привет, привет. Нас завалило снегом, снегопадищем. Ну, как по мне, не отражаться-то? Снег идет, 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 идет. И сыпет, и сыпет. И сыпет, и сыпет. Друзья, постирала кофту из пряжи Вулси. По-моему, это первая наша стирка после того, как мы ее связали, постирали и стали носить. И вот, в общем, хочу вам показать. Во-первых, вот эти вот кучеряхи, это не свалено, это просто пряжа высыхает, и ворс настолько хорош, ну, он длинный, посмотрите. Год дочь проносила, вот этот единственный катышек, который сейчас обнаружился, вот, что он высыхает, скатывается, не скатывается, а собирается вот в такие вот, не знаю, локоны, что ли, но они вот, вот и все, и разошлись. То есть вот этот рукав был весь в таких вот локонах, но поскольку вы их сейчас не видите, то вот просто простым движением руки все превратилось вот в такой вот пушочек. Это именно от высыхания, потому что вот здесь вот лежит рукав на рукаве. И заходи, мой хороший, заходи. Лока пришел. Пришел ко мне. Ты ко мне пришел. Ты спать хочешь? Так иди, я сейчас приду. Иди спать. Иди спать. Иди, мой сладкий. По тебе все скучают. Да, иди. Иди, я сейчас приду. Тихо, Люси. Дай лапу. Да, хорошо, дай лапу. Дай лапу. Давай, спасибо. Ну, какая лапа у нас. Спасибо, все, иди спать. Иди спать, я сейчас тоже приду. Охранник мой. Так, ну продолжим. Вот это вот место, оно не соприкасалось с воздухом. Тут рукав лежал. И поэтому здесь нет никаких вот этих вот локонов. А вот где уже подсыхает, там есть. Поэтому я вообще не переживаю. Это все моментально превратится в пушок. Слушайте, я не ожидала такого от пряжи из Китая. Во-первых, она носилась очень долго. В школу подросткам.
Она не то что в хорошем состоянии, она в прекрасном состоянии. Но сейчас она влажная. Я хочу по этой работе снять проверено временем и показать вам, как в итоге все это будет выглядеть после высыхания. Но пока вообще крутяк. Очень даже хорошо. И вот тут вот резиночка один на один. Сейчас она подсохнет. Если она разойдется, я туда вставлю просто тоненький резиновый жгутик. Очень классно. Друзья, ну что, финальное включение. Я подключилась показать вам кофту. Она высохла. Вот это вот из пряжи бусти. Выглядит очень хорошо. Распушилась. Вот эти какая красивая. Посмотрите, в каком хорошем состоянии кофта. Тут даже можно не снимать никаких проверенного времени. Нигде ничего не вышерканно. Под мышками не вышерканно. Бока в хорошем состоянии. Катышек было очень мало, действительно. И они были, знаете, на концах вот волокон. И очень легко, без усилий снимались. Резиночка в хорошем состоянии. Что еще вам могу показать? Ну все, нормально, размеры нормальные, то есть все очень-очень-очень хорошо. Это не моя, к сожалению, кофта, это кофта дочерина. Она мне, кстати, ее выдала, говорит, я не буду больше ее носить, забирай. Я говорю, ну куда же я ее заберу, то я сейчас других размеров, хотя она на меня налезла. Но, вот, друзья, стоило только в гардеробе появиться длинные юбки у Майи, у дочери, так сразу возвращай кофту. Поэтому я ее постирала, привела в порядок и отдам сейчас ее хозяйке. Я очень рада, потому что вещь хорошая, теплая. У нас очень холодно, просто вообще капец. Все завалило снегом, а завтра в школу. Школа тоже после праздников будет холодная, поэтому я рада, что у нее плюс один тепленький свитерок в гардеробе. Вот это, кстати, белый, это же тоже волси. Так что я рассчитываю, что варежки-то прям... тоже у меня распушатся. Видите, вот тут какой пушочек. Вот хороший видно. И эти тоже распушатся. Этот еще не сильно распушился. Вот, друзья, что еще хочу сказать. Я очень вам благодарна, что вы были со мной весь этот год и остаетесь и дальше. Я надеюсь, что все-таки у меня получится не пропадать и получится регулярно с вами общаться вот в таком режиме. Для меня, я уже говорила, что это очень важно. Я стараюсь развиваться, я стараюсь расти. Вот это вот моя учеба, это в том числе один из шагов развития, потому что мне не хочется застревать вот в каком-то таком болоте одних и тех же вещей. И я даже, знаете, что думаю, что, конечно же, в первую очередь я пошла учиться, чтобы на канале у меня стали появляться какие-то более интересные работы. Это не значит, что я брошу там вязание и перейду полностью на шитье, но кто знает. Но дело не в этом, а дело в развитии и в развитии каких-то пониманий, как делаются вещи, и в развитии вкусовых каких-то вот моментов. И я прям верю в то, что это все скажется на контенте, скажем так. Значит, этот год, он планируется у меня примерно в тех же форматах. Очень сложно менять форматы. Что-то стоящее придумать действительно тяжело. И я вижу, что старые форматы, они тоже вам откликаются, поэтому у нас останется... вот этот влоговый формат, связанный со мной. У нас будут вязальные эпизоды. Вот связанные со мной и вязальные эпизоды, это будут истории про вязание. Также будут появляться истории про вышивку. Они будут отдельные. Вы, пожалуйста, не переживайте, не пугайтесь. Они просто будут отдельными видео, которые можно, если что, пропустить, если вам не нравится вот эта вся тема с вышивкой. Но лучше вы их не пропускайте, потому что я очень активно занимаюсь под прокачиванием вот этой вышивальной мышцы, скажем так, и пытаюсь
действительно изучить что-то новое, и вопрос не в шовчиках, а прям вопрос в новых техниках, в новых материалах, в новом каком-то применении. Я так, знаете, даже думаю, что, может быть, я свои дипломные работы сделаю тоже вот с каким-то применением вышивки. Все это очень интересно и очень захватывает. И это прям отдельная целая песня, которую вот хочется петь и петь и петь. И на самом деле я поняла, что когда у меня в моей рукодельной жизни внимание не сосредоточено на чем-то одном, например, на вязании, да, а я немножечко повязала, немножечко повышивала, немножко пошила, почитала, в моем случае это как раз та гармония, которую мне хотелось бы достичь. Вернее, та гармония, которую я постоянно в рукоделии ищу. Это отдых, это разнообразие. И самое главное, друзья, я хотела готовиться к видео по итогам. До сих пор не выпустила его, потому что я его не сняла. Собрала все свои вещи связанные, смотрю и думаю, боже, ну куда столько? Куда столько? Вот у меня 12 получилось работ, 50-50, половина аксессуарчиков, половина плечевых изделий. Вот 6 плечевых изделий – это вот такая стопка. А если вязать, вот как девочки вяжут по 80 там, изделий в год, я не понимаю, зачем столько вещей. Вот честно говоря, я бы лучше вязала 2 свитера в год или 1 свитер в год, ну, идеальный. Вот, поэтому я буду концентрироваться на качестве вместо количества. И я буду концентрироваться на своем развитии. Вот такие у нас новости, друзья. Вот такие мысли меня посещали все эти каникулы. Вся предыдущая история про аксессуары не отменяется. Универсальные базовые вещи — это тоже, собственно говоря, про качество. Ну и вышивка будет добавляться, потому что это просто очень красиво, это просто потрясающе красиво. На это даже просто смотреть — огромное удовольствие, а уж там потрогать, поделать или вообще получить эту вещь — это просто, просто мечта. Друзья, увидимся с вами в следующем влоге. Если вам так же, как и мне, завтра на работу, держитесь. Мы со всем справимся. Уже хорошо прошел Новый год. Будем ждать весну. У меня как-то, знаете, даже возникло желание собрать быстренько елочку, но все-таки оставили пока до 31 декабря. Ой, что же я говорю-то? Оговорочка по Фрейду. Оставили до 13 января, да, до Старого Нового года. И через неделю быстренько шашеру беру. И уже я буду ждать весну. Вот, все, друзья, на сегодня это все. Не болейте, будьте в тонусе. И до скорых встреч. До свидания, пока.